Здравствуйте! Хочу рассказать про очень полезный кухонный гаджет. Это инструмент для прокалывания дырочек в яйцах. Все вы, наверное, знаете, что при варке яиц скорлупа часто трескается, и яичный белок может вытечь. Чтобы этого избежать, можно использовать бабушкин метод, обычную иглу, а можно и такой замечательный инструмент. Все очень просто. Ставим стрелочку на желтом кружочке на панч, и плавным движением продавливаем кончик яйца с одной и другой стороны. Получается маленькая и аккуратная дырочка.